Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и черт возьми, как я давно этого не говорил, целый месяц прошел с предыдущей серии по игрушке Geometry Dash! Дэш! И, конечно же, друзья, перед тем, как эта серия начнется, хочу пожелать каждому, кто кушает, приятнейшего аппетита, каждому, кто смотрит, приятнейшего просмотра. Я вновь вернулся в эту игру. Но на самом деле сегодня будет необычный выпуск. Дело в том, что сегодня я собираюсь... Ну, я это слово не хочу произносить, да? То есть пройти, наверное, как бы понятно, что нет. Но, по крайней мере, посмотреть на самый сложный уровень, который присутствует в этой игре. И, на секундочку, для меня это было открытие. К моему стыду, я все это время думал, что Blood Bus — это самый сложный уровень, который присутствует в Geometry Dash. Но я ошибался, потому что в комментариях я, собственно, увидел, что, типа, когда-нибудь Санек поймет, что Blood Bus — это, как бы, не самый сложный уровень и даже не входит в топ-150 самых сложных уровней. Есть один уровень, который называется Slaughterhouse. А именно он является топ-1 самым сложным уровнем, созданным в Geometry Dash, черт возьми. Я даже загуглил, типа, самый сложный уровень в Geometry Dash, там такой вот список, и на первом месте реально уровень под названием Slaughterhouse, по-моему, как-то так. Действительно, что-то подобное имеется. After Iced Cave. Iced Cave, я так понимаю. Так, сколько раз он сыгран был? 1 390 127. Немаловато? Точно это он? Давайте на всякий случай сейчас уточню, а то мало ли сейчас, как обычно, начну что-нибудь не то проходить. Да, все верно, именно этот уровень, After Iced Cave. Так, все, версия игры 2.1, это по состоянию на 27 ноября, между прочим, 2021 года. Я уж не знаю, когда именно этот уровень был создан, но, наверное, я не знаю, может быть давным-давно, может быть не давным-давно, в любом случае я хочу на это посмотреть, потому что когда я увидел впервые Blood Bus, это произошло на стриме, я думаю, что многие помнят, как это было, то есть я охренел просто вот в край. Но этот уровень не входит даже в топ-150. А вот этот является самым сложным уровнем. Хорошо, я готов. Я готов, месяц я уже не тыкал, не тренировал свой пальчик. Ну, допустим, хорошо, так, да-да-да-да-да. High Object, меня это не интересует совершенно. Итак, что же тут? Так, подожди. Там просто надо прыгнуть для этого. Так, подожди, два вопрос. Подожди, стопы! А что надо сделать, чуть не пойму. Подожди, ну хорошо, здесь по таймингу прыгнуть. А дальше-то что, блядь? А, там какая-то Подожди, стоп, ну, для начала стоит отметить, что Blood Bus, чтобы пройти даже на 1%, у меня ушло далеко не две попытки. Подожди, а в чем слон? Так, ладно, сейчас, стопэ. Ну, месяц не играл, пацаны. А что он сделает? Подожди, а что я могу сделать здесь? Так, подожди, стопэ. Я ни хрена не понимаю. Хорошо, здесь просто по таймингу прыгнуть, а дальше ты что? Если я ничего не делаю... Я реально не понимаю, подожди. А, чего? Подожди, там 4% я прошел. Что? Это точно этот уровень? Подожди, 4%. Пацаны, я иду на рекорд, сапэ! Нет, стоп, сейчас. Сейчас я перепрыгну, секунду. Блин, нихуя тайминги на самом деле, да, жесткие. О! 6. Так, ладно, здесь надо словить тайминг, я понял. Нет, не сразу. Блять, я 6%. Что? Я 6%? А здесь тоже тайминг получает? Чего, блять? Подожди, это как делается вообще? Подожди, это как нужно... А, нужно сразу прыгнуть, походу. Подожди, стоп. Нет, давай в практике еще раз попробуем. Значит, смотри, здесь... А как это сделать, я не понимаю. Я реально не понимаю... Я 6% прошел самого сложного уровня, но он вообще пока не... Ну, типа, он сложный, но... Это точно он? Я не понял, как это надо сделать. Стоп, может он потом дрыгается в самый... Нет, я не понимаю. Я чувствую себя сейчас максимально неловко, потому что я не понимаю просто, что нужно сделать. Типа, мне нужно попасть в эту дырку или что? Походу, мне надо в дырку попасть. А, да ну на... Да ну нахер! Вот это тайминги, подожди. Ну ладно, хорошо, я тут соглашусь, что это сложно, но... По крайней мере, он не выглядит, типа... Таким же сложным, как... Как Blood Bus пока что, да? Или мне кажется? Я прошел! Подожди, сейчас! Я прошел! Чего? Подожди, сейчас!
10%! Так, ну вот... Так он не сложный, это не он! Это легкотня какая-то! Чего? Так, подожди, просто нужно понять, как это проходить, и все. Типа, я в проекте... 10%, пацаны, это рекорд. Ебать, что я творю? Я не играл! Это точно он? Это может не он на самом деле? Смотрите, тут, скорее всего, какие-то скрытые фигурки есть просто. Типа, видите, я, например, там маятник качается, то есть я должен по таймингу как-то угадать, когда мне подпрыгнуть. Подожди, а когда я должен это сделать в натуре? Подожди, я, то есть, подпрыгиваю, при этом... А-а-а, я понял. Ты смотри, что я делаю! Ты смотри, что я делаю! Подожди, я, кажется, понял. Я понял! Видал? Сейчас, там нужно... Блять, не, не получается, не получается, сейчас. Блять, я запрыгнул туда! Я запрыгнул уже туда! Бля, там нужно как-то очень быстро... Сука, я не понимаю. А, там что? Подожди. Я понял, там этот штырь торчит прозрачный, его просто не видно. Ебать, там тайминг. Там чисто в пиксель надо уместиться. Вы поняли? Там торчит штырь? Да, теперь я понимаю. Но при этом он не выглядит таким красочным, как Bloodbath. То есть, типа, знаете, он так смотрится, то есть я 12% прошел. Я прошел 12%. Ебануться, серьезно? Так может быть мне стоит его покорять, а не Bloodbath? Он вообще, ну типа, просто если эти тайминги выучить... Я, конечно, не знаю, что меня ждет дальше, но он такой какой-то спокойненький относительно. Бля, ну очень жесткий тайминг на самом деле здесь. Вы видели? То есть если при... Счет на миллисекунды идет просто! Блять, если бы я сразу понял, что там этот штырь, я бы... Я просто не разглядел сначала эту текстурку. Сейчас! Блять! Бля! Блять! Сука! Там такие тайминги ебучие, просто пиздец! Слишком, слишком жестко все дело. Подожди, как? Сейчас. Там надо взлететь потом, да? Ебать, как это можно про... Нет, ну это типа, знаете, то есть как-то... Bloodbath прям совсем непроходимо, а здесь я хотя бы понимаю. Бля, я слишком долго думаю, когда... Блять, а что там происходит? Там получается ракета дальше начинается, там просто нужно очень быстро начать подлетать, правильно я понимаю? Там нужно очень быстро... Так. А, переворачивается между этими штырями, ты прикинь? Ты прикинь, между штырями! Между штырями надо... Надо пролететь между штырями! Блять, если у меня это получится, я охуею! Там такой жесткий... Там такой жесткий тайминг! Там просто жесткий тайминг, пацаны! Ебать! Ебать! Чего?! Я понимаю, подожди, пока не понимаю, что там. Понял! Так, подожди, тут не надо прыгать. Надо прыгать. Понял! Подожди, а что дальше-то? Там сколько-то надо перелететь, их просто не видно. Там... Подожди. Я не понимаю, реально. А как там? Чего? Я прошел на 18% этот уровень! Не, ну я понимаю, что это типа жестко. Я типа не говорю, что это изи. Ну, блядь, Bloodbath смотрится пиздецовый, там какие-то узенькие проезды, проходы. Это точно он? Это, конечно, экстрим демон, я понимаю, но типа... Ебать, я чё? Я чё, на шатырь, что ли? Блядь, ну это жёстко, конечно. Бля, можешь посмотреть? А он есть авто, интересно? Смотри, что я делаю. Ты смотри, что я делаю. Ты смотри, что я делаю! Ты смотри, что я делаю! Почти. Блять, жестко, очень жесткие тайминги, очень. Не сразу, а вот. Блять. Подождите, стоп. Я прошел сейчас на 20% самый сложный уровень в этой игре. Он что такой спокойный? Подожди, стоп, а что? Может, есть авто хотя бы посмотреть? Сейчас, подожди, как-то это делается сейчас. Авто. Slaughterhouse.
Нет такого. Блять, а если я введу... Ну, подожди, просто авто. Просто понять, как он выглядит вообще. Саттерхаус авто. Так, это какой-то другой трек, что ли? Подожди, это оно точно? Просто интересно посмотреть вообще, как он... Подожди, Slaughterhouse Auto... Ничего не надо будет делать, правильно же я понимаю? Это не он. Нет, это не то, подожди, его нет... Блин, его нет автоматического. Блин. Так, а как можно посмотреть его? Подожди, Slaughterhouse... Slaughterhouse... Чтобы он автоматом проходился. Slaughterhouse Auto, Slaughterhouse... Так, пацаны, сейчас я, короче... Тут, кстати, еще один Slaughterhouse есть, какой-то By Havoc. Так, сейчас я попробую найти, какой-то должен быть, где можно посмотреть на этот уровень, правильно же я понимаю? Так, я, кажется, нашел в гугле ID, который должен быть... Вот, Slaughter... Вот, подожди. Так, подожди, это оно? Я не знаю, почему опять другой трек-то? Так, подожди, и чё? Play. Так, это оно, точно? Так. Это оно, только музыка другая, да? Подожди, а почему музыка другая? Стопэ, я хочу в оригинале посмотреть. Так, секунду, секунду, секунду. Так, друзья, нашел вроде еще одно, или это оно же есть? Нет, а, да, это одно же есть. А почему нет, я не понимаю. Почему музыка типа другая? Не, ну давайте, хорошо, попробуем еще раз. Но эта музыка не та, я только что переслушал, еще этот сам здесь врезается, вот здесь, вот в этом моменте. То есть это не авто получается. То есть он вроде как бы делает все сам, но это не та музыка. И, подожди, я что, должен сам там нажать? Я не понимаю. Я могу, конечно, нажать, попробовать. Блять, ну это типа пиздец. Это не авто получается. Блин! Я рассчитывал, если что, посмотреть. Блин, неужели нет? Я не понимаю. Slaughterhouse. Может попробовать все-таки здесь как-то. Slaughterhouse Auto. А, блять, Auto. Блин, ну типа, а как по-другому? Ну вот он, вот этот вот. Slaughterhouse Auto. Это... А, это вообще что... Что происходит? Я не понимаю, где Slaughterhouse Auto? Это не оно. Тут названий куча, я не понимаю, какой из них может быть. Вот 415... А, это я уже пробовал. Вот это, может быть оно? Наверное, нет. Блять, я не понимаю, почему так? Так, друзья, я отправляюсь на поиски, как бы, других вариантов у меня нет. Так, вот это я сейчас запустил, музыка та. Но будет ли он работать? Так, хорошо. Вот, это оригинальный, я просто запомнил какие-то звуки, непонятно, тирин-тирин. Так, и что, сработает? Пожалуйста. Я не понимаю, не существует, что ли, авто ни одного? А почему врезается-то? Я хочу посмотреть, что там дальше будет. Почему он врезается? Нет, реально, а почему не работает-то? Что, типа, не может... Бля, можно я сам попробую? Бля, ну я не могу так предугадать. Да нет, ну подожди, ну что за бред? Ну я хочу посмотреть на уровень. Slaughterhouse Auto. А, музыка та. Там же KZX, вот это оно? Нет, это не оно, это опять другой уровень. Хотя он опять почему-то называется Slaughterhouse. Вот этот вот, KZX. Stalemate, это по-моему не он, да? Не этот трек. Опять этот уровень. Почему он везде этот уровень-то? Я что-то не пойму. Да, подожди, как называется трек? Надо по треку как-то поискать. Трек называется... Блять, я все нахер потерял. Вот это он? Вот. Liquid Blue. Да, вот это вот. Liquid Blue, короче. Liquid... Так, ладно, хорошо. Буду сейчас внимательно смотреть. Обращаю внимание на название трека. Ага, вот, например, кстати. Будет везде... Почему-то везде... Ну, я понимаю, но это какая-то... На минималочках, по-моему... Хотя бы так, подождите, пока я нашел, хотя, наверное, это не то. Так. Ебать. Так, вот. Так, здесь, здесь. Ага, вот оно, вот это. Потом вот это. Ну, так, в принципе, это же все можно звучить, нет? А почему такое упрощенное, типа? 23% уже. Он реально... Ебать! Ебать! Чего?! Это еще причем упрощенные текстуры. Чего? Я понял, нет, все хорошо, ладно, я беру свои слова обратно. Поначалу все просто начиналось красиво. Ебать, там просто куча мест, где нужно на тоненького все это пройти. Ебануться, это же нереально. Так, и потом опять упрощение. Нет, ну на самом деле в Bloodbath там просто постоянно эти элементы. Ебать, это что такое сейчас?
пиздец. Блять, а как там пролетать? Это, наверное, вот из-за этого, да, он считается таким сложным? Охуеть. Бля, если бы я оттуда нашел, я бы, конечно, охуел еще, наверное, сильнее, но... Блин. Блин, жалко, что это не с упрощенными текстурами никак вообще, то есть не посмотреть получается. Вот опять же, вот этот трек. Ну, опять, наверное, здесь будет сейчас что-то не то, да? Так. Что, doesn't work restart? Я не хочу рестарт, подожди. Ну, можно? Вот в таком это смотрится интереснее просто. А, ну окей, окей, допустим, подожди, может быть, хотя, блядь, ну тут упрощенный вариант, он там перелетел как-то. Так, блядь, какая-то дичь просто, это просто дичь. Ебануться. То есть вот это вот, да, мы сейчас представляем, что это нужно все облетать. Это нужно все облетать. Так, подожди, это реально так просто здесь идет? Как это вообще, как возможно, пиздец! Вот это дичь! Это там надо вот так вот, мы только что видели. Ебать, он жуткий такой, да, уровень? Пизда! Просто пизда! Это разъёб, блядь! Нет, это какая-то... Это пиздец, как это можно пройти? Это вот каждый раз вот это вот... Вот это лаврирую, да не лы... Так, ладно, короче, пацаны, ладно, посмотрел. Ну, зато, так-то, да, если шо, как бы. Если Slaughterhouse, то получается 20... Где там мои проценты? 2%. А, вот, 2% это в нормал моде. 20% practice. Экстрим демон, на секундочку. Санек Булкин, как бы. Вот этот пальчик. Я понимаю, что до самого пиздеца я не дошел, но, блядь. Охуеть, это самый сложный уровень. Хотя Bloodbath, вот поначалу, он просто кажется сложнее, наверное, потому что там в начале сразу пиздец происходит, а здесь как бы так нужно еще даже мне пройти, если очень сильно постараться. Но дальше, как там вот эти расстояния удерживать несколько раз, там вот это вот стрелочка потом. Это жестко. Я не знаю, это очень жестко. Мне интересно, подождите, а вот получается здесь... 1390 тысяч раз скачано, а посмотреть, типа, как много прошло, невозможно, да? То есть по статистике. Просто интересно, сколько людей прошло этот уровень. Вообще, ну, как бы, наверное, много. Хотя, может быть, и нет, я не знаю просто. Это пиздец. В общем, друзья, сегодня я просто, мягко говоря, охерел. Охерел сначала, но, бля, я люблю такие моменты. Я такой думаю, блин, может это не тот уровень, может я что-то ошибся, что-то как-то, ну, сложно, но, блин, я как-то же справляюсь, даже в практис моде хоть, но все равно справляюсь. А там дальше пизда просто по кочкам пошла, я понял все. В общем, друзья, как-то так, самый сложный уровень в Geometry Dash. Естественно, мною не пройден, но пройден в практис моде на 20%. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии. И, кстати, что там по поводу версии 2.2? Ну, как бы, вот там какие-то новости-то новые были вообще, просто мы увидели этот Sneaky Peaky, или как он там назывался, и все. А когда примерно ждать-то? Может, кто-то знает более подробную какую-то информацию? Было бы очень интересно увидеть уже, так скажем, уровни от самих разработчиков, которые были одобрены. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.